Сегодня мы приготовим тушеную капусту. Для этого нам понадобится сама капуста, сметана, подсолнечное масло, морковка и лук. Капусту мелко режем. Разогреваем подсолнечное масло, высыпаем капусту и тушим на среднем огне. Хорошенько солим, чтобы капуста пускала сок. Когда капуста немного обтушилась, натираем морковку на крупной терке и добавляем в капусту. Лук режем полукольцами и высыпаем в кастрюлю. Когда капуста стушилась, добавляем сметану. На такую порцию где-то 100-150 грамм. И перемешиваем. При желании добавляем чеснок. И перец. Добавляем зелень. И выключаем. Наша капуста готова. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал.